Всім привіт! Я Юлія Шелечко, а це мій бабасик. І сьогодні ми у списку запрошених на день народження до Миколи Тищенко. На свій 45-й день народження Микола влаштував вечірку в американському стилі. Ходім подивимося, хто прийшов привітати іменинника та що йому подарували. American Style у всьому. Супергерої, дівчата-черлідери та простота в одязі. А ось подарунки іменинникові дарують зовсім не американські. Світлана Вольнова дрес-коду дотрималася на всі 100%. Може, її подарунком буде знаменитий танець з помпонами? А запалювати вона вміє. Чого тільки варті її танці в кліпі одного з українських гуртів. Светочка! Вы прям как пятый элемент, красотка! Почему пятый элемент? Это девочки, которые танцуют наш американский стайл. Какие у вас ножки, какие туфли! Что вы подарили сегодня Николаю? Я подарила ему невероятную вазу от известного дизайнера Татьяны Текаджи. Такая золотая ваза. В середине там находится цветок кала. С таким вот пожеланием, чтобы было у Николая полное счастье. Но вы такая вот женщина интересная. Я думаю, вас дуже сложно удивить. Какие вот вам сделали самый незвычайный подарунок? Мне подарили целый грузовик яблок. Один молодой человек узнал, что я люблю яблоки, на следующий день просто прислал грузовик с яблоками. С грузовиком? Да? Нет, без грузовика. Я вышла, посмотрела, взяла 2 килограмма и сказала, больше мне не надо. Вова очарована! Саша Кривошапко. Певно, його виступи коштують недешево. Танці без чорна, танці не плюс ма, і танці без сна, ти таки змогла. Привіт! Вау! Здрасте! Как дела? Что ты пьешь уже тут? Я в замешательстве, я не знаю, мне сказали, что это вкусно. Ну, что это такие? Это что, алкоголь? Это похоже на творог в льду. Бобе подобается. Расскажи, что ты подарил Коле? Я ему подарил бурштин, янтарную картину. Ничего себе! Какие самые незвичайные подарунок тебе колись дарували? Такого многолиматився, как кончено, мне в жизни уже много подаривали, но из таких остроумных, необычных подарков мне подарили на день рождения, казалось бы, на 20 лет, грабли обычные. Принесли мне грабли, я сначала не сразу впер, что это за дичь. Это был за намек. Но это была отсылка к моему одному интервью, в котором я говорил, что я, к сожалению, не настолько умен, чтобы не наступать на одни и те же грабли. И люди так очень... Так ты дома порепетировал, каждый день наступаешь на одни и те сами? Ну, посмотрите на этот большой опухший лоб, конечно. А она твоя или это реквизит с канала? Это моя. Его звати Вова. Вова? Да. Вова. Популярное в Украине имя. На день народження до Колі ходять цілим сімейним підрядом. Так, Розальна Мрій почала і сестер підтягувати в шоу-бізнес. З ким ти прийшла? Привіт! Коля запросив усю мою родину. Я вже бачу, це ти два! Що ви подарили сьогодні Ніколаю? Ми написали для нього оду. Оду Миколаю Тищенко. Ніхто не хоче тратитися. Але, а потім ми ще подарували йому дуже цінну книжку від Ади Миколаївни Роговцевої, яка йому її підписала. Оля Мартиновська. Сподіваюся, як кулінар кулінару, Оля підібрала Колі вдалий презент. Слухай, що ти сьогодні подарила Тищенку? Ой, короче, подарила, заказала йому такі тарілки авторські, дизайнерські, не знаю, може підійдуть вдома там сальця нарізати, знаєш, чи там жінки якісь брускету. Ну як, ну для Колі нічого не жалко. Мені Коля подарив коляску, як дитина народилась. То ти так в отместку хороший подарунок зробила. Ольчик, скажи, будь ласка, який ти от отримувала самий незвичайний подарунок в своєму житті? Татуху мені набили на день народження колись. Ти що, п'яна була? Як це так? Оля, спокойся, показуй, показуй, де вона? Так, а чим же сьогодні пригощають гостей? Хлопці, що ви принесли? Що ви принесли? Що це таке? Розкажіть. Мини-пицца з томатами і сиром. Це коктейль фрі, це попкорн разнообразний. А буде нормальна їда? Устриці з шампанським. В американському стилі все просто. Є бургер. Зараз перевіримо, чи у Тищенка вкусно. а ти безкоштовно ходиш їсти до Колі? Ти за це гроші платиш в ресторанах? Конечно. Да? Конечно. Ну не, ну слушайте, это же бизнес. Как я могу ходить и бесплатно есть? Какая знижка? Нет, у меня 25 или 30, я не знаю. А я чула, что у других 35, он что-то мало вам дал. Точно знаю, что 35 нет. Что ты такой буряк? Боже, посмотреть на всем. У меня голос потеряла. Буряк. Бува, ти бачив, щоб накрутив кусок, як давали буряка? Ну, попробуй. Вам не здається, що от він от просто реально зекономив на своїх гостях? Нас не угощають дорогим шампанським, там, устрицями. Не знаю, Коля мене завжди пригощає. А ти в його ресторанах, коли приходиш, ти безплатно їсиш? Чи, ну, часто буває, що безкоштовно. Тому ти з собою, сестер, водиш сім'ю, щоб кормиш, корміліся. Та я схоже на шару поїсти сходила. Ось, бери мене з собою. Буду брати. А як цей шмурдячок пить? Тищенко ревізор, зараз я трошки тут проревізірую. На столі чисто. Чисто. А ось і співачка Наталя Валевська. Цього року вона отримала престижну нагороду на національній премії «Українська пісня року». Сподіваюся, вона на подарунку не заощаджувала. На яку суму ти розраховувала, коли обирала подарунок? Це секрет. Наталочка, що ти подарувала Ніколаю? 2 футболочки. Я просто зробила аналіз того, що йому подобається. Я бачила, що зараз він дуже ж ведучий, а я ж. І він зазвичай змінює дуже часто футболочки. Я зрозуміла, що йому треба в кадрі якомога їх більше. Нещодавно Микола Тищенко став ревізором, тож мусив запросити свого нового начальника Ганну Жижу. Чи вписався Тищенко в спрацьовану команду? Анічка, як вам новий соведучий? Ви знаєте, ми від нього в захваті всією командою. Про те, як він миттєво зчитує людей на знімальному майданчику, те, як він знаходить підхід до жінки, до чоловіка, до власника ресторану, який не хоче, щоб ми були на цій кухні. Що ви сьогодні подарували Колі? Це матеріальне для відряджень, для приємного, розкішного побуту. Перчаток на 2 роки вперед, так? Ні-ні-ні. Ми частинку себе, частинку тепла, щоб він прокидався вранці, пив свою улюблену каву і розумів, що у нього є тили, які про нього піклуються навіть у відрядженні. Чашку подарили чи що? Так, колекційну чашку. Це англійський фарфор. Тебе запросили на дорослу вечірку. Ну так, так виходить. А що це така за честь вам? Ви ж приближені до Тищенка? Ну так. Що ви сьогодні подарили Ніколаю? Ми сьогодні хотіли Ніколая поздравити від чистого серця. Також у нас є ролик і один вкусний сюрприз теж. Що, ви самі його приготували? Ну, почти, почти. У вас там хоч алкоголя нема в напітках? Ви смотрите, бо це взросла вечірінка. Ох, ці щиросердечні подарунки. Але ж це діти. Йдемо до заможних та знаменитих. О, Вовчик, подивися, Олена Филонова не пропускає жодної тусовки. Щось маленький у неї подаруночок. Що там, покажи. Украшення. Ні, не покажу. Чого? Це лично Колі. Наверное, очень что-то дешево. Ні, почему? Нічого себе. Я знаю, тобі, наверное, хтось щось дарив, а ти передарюєш, ні? Мені мужской нічого не дарить. Я же все-таки девочка. Поки гості відриваються, найближчі люди відокремилися від тусовки. Кума та подруга Алиса Хомер, хоч і юна, та вже має власний бізнес. Вона власниця мережі бутиків. А можна я до вас сюди трошки пролізу? Сподіваюся, я не завадила вашому приємному спілкуванню. Розказуйте, Алісочка, ви така красива. Спасибо. Що ви подарували сьогодні? Все малышу. Бодики, тапулечки, очень смешные пинеточки. Подарили ему очень классную корсет в машину. Вот, поэтому все подарки Коле ушли сразу малышу. Слухай, я знаю, что на Кристины подарувала дуже круте, якесь там кресло. Да, вот это кресло мы его апгрейдили еще на день рождения, подарили к нему. Апгрейдили, подарили как подставку такую, чтобы он мог в ней сидеть помимо машины. Я там только что ходила, делала ревизию, там попкорн, буряк. і якісь ці самі, непонятно що. А у вас тут креветки фігрові. Це я віддільно платила. Ну все ясно. Коля без подарунка. Тож і їсти довелося за свій рахунок. Пішла я збирати про вас сплетні далі. Може хоч накормлять мою собаку, щоб мені тому не треба було, розумієте, тратитися. Ой. Ходімо і ми вручимо свій гострий сюрприз. Николайчик, happy birthday to you! Ой, спасибо, спасибо, как приятно. Для горячего мужчины вот такой вот подарок. А ну, Женя? Вкусно, вкусно, скажіть. Олечка, розкажіть нам про самий незвичайний подарунок у своєму житті. Мне когда-то подарили. Живой настоящий дятел. Да, чтобы я за кем-то ухаживал. И вот этот дятел был членом моей семьи, и в какой-то момент он улетел. Что вы даровали самое такое незвычайное? Я вообще сплошной подарок, это понятно. Мне очень нравится делать подарки, когда это неожиданно. И вот так вот раз, трах, бах, шмык, пожалуйста, и подарок. Один раз для меня было сделано такой сюрприз, и я не сладкоежка, но привезли большой торт. Я не мог даже представить себе, какой там может храниться сюрприз. Что там было дальше? Выпрыгнула не девушка, а кто? Выпрыгнуло какое-то чудище, одетое так странно. Это был сюрприз страшилка. Я думала, там голая жінка будет. Нет, не повезло. Практичный подарунок, нормальный. Может быть, мне жена подарит когда-нибудь. А что она вам сегодня подарувала? Самый первый был подарок, ее утренний, о котором я не могу вам рассказать. Мне Коля сказал, что ты подарувала ему что-то утром. Сегодня я ничего не подарувала. Ну, я надеюсь, это материальный подарунок, что можно потрогать. Можна потрогати. Головний подарунок його чекає наприкінці літа. Ми плануємо одну таку поїздку. Я завжди мріяла потрапити до Венеції, тому я ось цю готую подорож. Слухай, ти от організовуєш всякі там поїздки, все організовуєш. За які гроші? За свої чи за общі? Чи за його? У нас є як общий бюджет, так і у кожного свій. Скільки туди кладеш грошей в общий бюджет? На місяць десь $1000, мабуть. А скільки ж тоді загальна сума сімейного бюджету? І чому тоді сьогодні все так просто? Ви вашого синочка називаєте Смурфіком. Яке ви ім'я дали йому? Колись це вже? Це трохи позже я розкажу. Ну чого? Ну це секрет. Крестили ви його хоч не Смурфіком? Ми крестили його іменем. Одно із імен можу сказати, що Ніколай. Гарного вам вечора. Дякую дуже. Ще побачимось. Я вас зацілувала цього. Такі вони. Дні народження знаменитостей. Без пафосу. Утім, з цікавинками. Ще не була на дні народження, де годують чіпсами з буряхів. Добре, хоч Вовасик креветками перекусив. Але так в Америку захотілося. До зустрічі. Або, як там кажуть, goodbye. Зараз дуже багато чорної смородини. Вона така корисна. Сезон і на ринках, і у магазині є. Але, як здається мені, наприклад, вона занадто кисла. Кисла. І я знаю, що багато, наприклад, дітей не полюбляють чорну смородину. Саме через її смак. Але Наталка Левінзон знає, як перетворити її на вишуканий десерт. Такий десерт найпопулярніший зараз у її кондитерській. А також у мене у гостях Поліна та Ваня і батьки Михайло Присяжнюк та Даша Тригубова. Вітаю вас! Так, розповідайте, будь ласка, які у вас стосунки зі смородиною? Давайте Поліна почне, вона така гарна сьогодні, у віночку прийшла до мене. Любишь смородину? Нет, или так, не очень? Не очень, потому что она кислая. Кислая, я с тобой согласна. Ну, а мама от тебя просит, ну, предлагает, поешь смородинки, она же такая полезная. Ну да, иногда мама предлагает. А ты что тогда говоришь ей? Что не хочу, потому что она очень кислая, как лимон. Да, я с тобой согласна. А я как раз и предлагаю, потому что она как лимон. В ней же огромное количество витамина С. Да. Я на самом деле ягоды обожаю, но Поля у нас человек очень такой упрямый, принципиальный. И в принципе заставить что-либо сделать это невозможно, особенно с едой. Я думаю, что все мамы меня поймут, у которых дети что-то отказываются есть. Ванечка, ну а ты как представитель сильной половины человечества, может возьмешь себя в руки и съешь? Нет! Что? Хоть впихни, не сумеешь. Я, кажется, кое-что заподозрила. Ваня, по-моему, немножко смущается, потому что очень красивая девушка рядом. Не ест смородину? Надюш, ты знаешь, не ест смородину. Я ее тоже терпеть не могу. Вот он мой вкус перенял. У Вани самая любимая ягода какая? Арбуз. Кавун, знає, що це ягода, нарешті. Є така людина. А остальное, ну, он любит, как мама любит клубнику, он ест малину, но не особо. Смородину? Ні. Поэтому у вас без шансов. Погодься, кисла. І я, звісно, з тобою погоджусь, бо мої діти, наприклад, теж, вони просто не любили і не їли в такому вигляді смородину. І я тобі хочу сказати, склянка свіжої смородини. В вигляді пудингу вони з задоволенням його їдять. Наталя переконала своїх дітей, що можна їсти смородину, що вона смачна, солодка. Чи яка вона буде, я не знаю. Вона буде дійсно солодкою, я скажу більше. Дітки самі будуть робити цей пудінг. Я просто буду стояти і допомагати їм. У нас є помічники, будь ласка. Поліна, Ваня, ідіть к нам. А хто із нас знає, що таке пудінг? Понятно? А ми теж не знаємо. Я только знаю, пудинг – это Алиса, Алиса – это пудинг. Это что-то сказочное. Нет, конечно же, мы его ели, но Полина абсолютно уверена, что она умеет готовить пудинг, потому что он как желе. Точно? Как желе? Да, потому что я готовила желе. По крайней мере, это весело. Ну и немножко волнительно, да, Ванечка? Скажи, пожалуйста, вот ты когда смотришь на Полину, ты как думаешь, красивая девочка? Да. Полиночка, а как вот ты смотришь на Ваню? Симпатичный молодой человек? Очень. Я считаю, в такой компании будет приятно готовить. Что нам понадобится? А для пудингу нам знадобиться свіжа смородина, 2 скляночки, цукор 1 склянка, рис 300 грамів, молоко 2 склянки, вершки 50 міліграмів, желатин 25 грамів та пломбір 100 грамів. О, морожене буде, ребята! Дивіться, в мене тут вже є рис, який я відварила. Є у нас желатин, який я теж замочила вже завчасно. Тобто нам лишилося лише... З'єднати інгредієнти? Так, почнемо ми з рису. А рис на молоці варила чи на воді? Ні, на воді варила, але зараз буду додавати сюди молоко. Дивіться. Сенсорна панель максимально зручна. Досить лише кількох дотиків, щоб увімкнути та налаштувати потрібний режим. Так, давайте мені ложечку і в сотейничок ми перекладаємо наш рис. Так, а зараз мені знадобиться молочко. Давай мені, Поліночко. Це молоко? Так, давай. Дивись, сюди я виливаю молочко. Тут 1 скляночка. Я ще не дуже вмію готувати, але мені Сережа, друг моєї мами, показував, тому що я хотіла сама собі приготувати сосиски. Це на завтрак, так? Мама хвалила тебя? Нет, на ужин. Ай, извините, сосиски на ужин. Надюша. А на завтрак? А я хотела торт утром сделать, но у меня не получилось. А почему? Мне надо было больше яиц добавить, а я добавила 1 яйцо. А куда ты добавляла яйца? В эту... В муку? Нет. Нет. У нас был торт без муки, Поля взяла молоко. Нет, я взяла в кастрюлю, налила молоко, потом положила туда яйца. Так. Добавила очень много сахара, больше, чем надо было. Это главное в десерте, так. Она получилась сладкая яичница. Яичница. Браво. Да. Между прочим, это рецепт. Дивіться, а зараз ми беремо сотейничок. Дивись, тримай. Попробуйте, пожалуйста, смородину. Я бы хотела посмотреть, с какими лицами вы ее едите. Нет, спасибо. Вдруг в этот раз не кислая. Посмотрите, как Ваня защищает Полину от смородины. Ну ладно, что там с ней? Я попробую. Давай, попробуй. Попробуй 1. Вкусная, сладенькая. Да? Очень, очень вкусно. Так, все, попробовали. А тепер ми беремо смородину і висипаємо сюди в сотейничок. Поліночка, ти цукор, а Ванечка смородину. Давай висипай. Умнічка. Давай. А я перекладаю це все теж на вогонь. І довго ми це все варимо? До закипання варимо і цей сотейничок, і цей. Тут у нас смородина, а тут у нас рис. А потім ми обидві маси будемо перебивати в пюре. Так, а тепер ми беремо вершки і відправляємо їх у кухонную машину. Вот мама говорила, что ты готовишь уже завтрак. Да. Интересно просто. Сначала приготовила не очень по-честному, порезала чуть-чуть не настоящий помидор, а только шкурку, потому что я плохо порезала. Надо было вырвать хвостик и нормально порезать. Вырвать хвостик. Но я не вырвала хвостик и порезала очень плохо. Ну ты так и критикуешь себя зря. Вот давай спросим у мамы. Я уверена, она по-другому все расскажет. Так что же это был за завтрак? Самый первый завтрак в жизни, который нам сделала Полина, произошел пару месяцев назад, когда Поля просыпается очень рано, в 7 утра. И в будние дни это нормально, а в выходные это смерть моему сну. И Поля приходит утром. Каждое утро она как этот молчаливый, знаешь, тень отца Гамлета, стоит над кроватью и ждет, пока все откроют глаза. И я все время говорю: Полечка, пожалуйста, если ты что-то хочешь, воды, там что-то съесть, все стоит, в холодильнике всегда есть еда, ты можешь открыть и что-то достать. Но Поля пошла дальше. Да. Она пошла, взяла нарезанный хлеб, намазала его маслом, взяла помидор, порезала его, ну вот то, как она рассказывает, да, она немножко его подавила, сделала бутерброд с маслом. Нет, я его даже не давила. Бутерброд с маслом и с помидором. Но тут есть главный ключевой момент. Поля выложила его на тарелку, украсила сверху веточкой укропа. У меня есть фото этого блюда. Это было потрясающе. И радостно прибежала в спальню сказать, что завтрак готов. Даже я съела, хоть я помидор не очень люблю. Вот так. Дуже добре. Ванюша щось мовчить у нас. А що ти готуєш дома? А ну, розповідай нам. Ну, я когда-то с папой готовил пельмени. Я умею размазывать пиццу, я умею крутить сосиски в тесте, я умею делать бутерброды, гамбургеры, сэндвичи. А что ты не умеешь? Это кулинарная книга. Что самое интересное, что изначально я не особо в это верил. Ну, знаешь, ну что-то он там на кухне возится. Я ж все время думаю, что ему все еще два, как Машеньке. А потом я смотрю, он мне приносит бутерброды. Я попросил Леру, говорю, я поработаю, ты могла бы мне пару бутербродов сделать? Ваня говорит, я сам сделаю. Думаю, о, сделает он. Приносит так вкусно, я думал, что это мама сделала, а оказывается, это Ваня. Так, а вершки нам необхідно поки що взбити. Наша кухонна машина багатофункціональна, отже, ми зможемо за допомогою насадки вінчик збити вершки, а кухонний комбайн допоможе поєднати всі інгредієнти до однорідної консистенції. А тепер закипіло, дивіться, вже бульки є, бачиш? Да? І рис з молоком також. І рис з молоком також вже закипів. Цього достатньо. А тепер ми будемо перебивати ці дві суміші по черзі. Так, ми беремо кухонну машину і цю суміш переливаємо отак обережненько. Сюди. Так, діти, треба скуштувати оцей інгредієнт. Ваня, тільки трішечки. Що це? Морозиво. Морозиво! Ну, не хватить, мне больше нельзя. Не можно? Мама, у меня ж диета с 4 лет. Да? Да. Окей. Все, я зрозуміла, не можна. Для мами це новость, но приємно. Мама, 1,5 роки тому з'явилася якась дієта. Перетворити рецепт на кулінарний шедевр буває непросто. Особливо, якщо до зустрічі гостей залишається мало часу. Тому так важливо обрати правильну кухонну техніку, яка допоможе витрачати на приготування менше часу, щоб ніщо не заважало теплому спілкуванню з цікавими людьми. Дуже однорідна консистенція. Слухай, але ми не додавали цукру сюди. Ні. Це лише рис та молоко. Так. А виглядає, як і морозиво. А тепер ми переливаємо другу суміш. Це смородина з цукром. І також перебиваємо в однорідну суміш. Друга суміш у нас також вже перебита. Нам лишилося з'єднати вершки і морозиво. І це ми будемо робити в третій мисці. Мені вже хочеться спробувати. Давай смородину. Мама не розрішає ложками, а ми будемо балуватися. Вдруг вона вже вкусна. Ну, получше. Нормальна. Уже получше. Нормальная уже. А у меня даже не нормальная, а просто чудесная. Вань, что, правда вкусно? Да, я даже еще беру. Каким-то интересным способом, вот здесь вот как-то уже не чувствуется, что ли, смородины. И сахара столько, сколько нужно. Но здесь получается так, Если вот отдельно смесь смотреть, многовато сахара. Но у нас вот это вообще без сахара. Это я с родителями совещание веду. Ага. Немного ли сахара. І вийде, мабуть, нейтрально. Отлично, так. Окрім того, молочна суміш значно пом'якшить кислий смак смородини. Пудінг у нас вийде найвкусніший. Найвкусніший. Нам залишилося підігріти желатин, який вже замочений. Ребята, давайте, знаєте, порозвлікаємося як-небудь. Ну, що-небудь простое. В ладошки ви вмієте? Вот так. Ты-ты-ты-ты-ты. Мы в детстве так играли. Я не знаю, у вас так играют или нет. Отдавайте ложки и играйте в ладошки. Давайте. Так. Ой, забыл. А вы продолжите. Давай. Так, Ваня, скажи мне, пожалуйста, кто выиграл? Это дружба! Дружба! Молодец! Ура! У нас тут дружба, понимаете? Тут у мене розчинений желатин, який я вже підігріла. І Поліночка перемішує. А у нас вже, можна сказати, дві суміші охололи. І ми можемо починати їх змішувати. Хто мені буде допомагати? Давай! І Ванечка, і Поліночка будуть зараз мені допомагати. Хоча Ваня дуже полюбляє готувати, але він сьогодні джентльмен. Дає можливість Полінці. Тримай ложечку, давай. І бери ложечку сам. І перекладай туди, так. А Поліночка мішає, перемішує, перемішує. Які ви молодці. Так. На, Ванюшечка. Давай. Просто виливай, звісно. Ванечка, молодец, молодец. Полиночка может по чуть-чуть помешивать. Молодец. Умнички, давай. Все, ви сделали это. Це пудінг, який ми не будемо запікати, ми будемо просто охолоджувати і все. Так, Танюша. А тепер тут у мене є такі формочки. І ми заповнюємо ці формочки сумішю. Будь ласка, діточки, Поліна. О, а Ванечки ми теж дамо. Ось як зручно. Хопа! А скільки воно буде застигати? Поставити формочку на 1 годину в холодильник. А потім вже будемо куштувати. Я зараз нагадаю рецепт. Візьміть чорну смородину, желатин, цукор, рис, молоко, вершки, морозиво. Желатин замочіть, рис промийте і відваріть до готовності. Додайте молоко. Доведіть до кипіння та подрібніть у кухонній машині. Окремо збийте вершки. Додайте до рису вершки та морозиво. Смородину промийте і змішайте з цукром. Доведіть суміш до кипіння. Перебийте у блендері. Додайте желатин, з'єднайте молочну та смородинову суміш. Перелийте у форми. Дайте охолонути. Поставте у холодильник на 1 годину. Готовий пудинг прикрасти свіжими ягодами. Зверніть увагу, який гарний та привабливий наш пудинг. До речі, я зробила такі карамельні півкульки. Ми ж з вами вже знаємо, як це зробити з цукру. І дітки будуть не лише куштувати, а ще й бавитися. Їх слід розбити ложками. Розіб'ємо, а потім будемо їсти. Але перед тим я все ж таки пропоную батькам віднести. Ми їм приготували маленькі порції. А чому маленькі порції? Я принесу своїй мамі. Будь ласка. І повертайтеся до нас. Якраз то, що я робила, мені попало. А давай поміняємося. Моїй мамі це, а твоєму папі? Давай, тіті Даші. Спасибо. Ой, я забула. Боже мой, який клас. А, то штука розбивається. Так, це розбивається. Оце так розвага. Ням-ням, це як морозиво. Не знаю, як у вас, а у нас вкусно. Это очень-очень круто. Как я и казала. Боже, а в этих формочках, это можно на любой детский праздник такое делать, почему так быстро. Як дітки влітку полюбляють морозиво. Але іноді це буває занадто холодна їжа для дітей, смакота. А оце мені нагадує морозиво з таким присмаком легким. І не занадто солодке, так? Полічка, ну розкажи, нравится тебе? Да, только шнула. Бабочки крило. Молодці. Умніця. Це же конфета. Да, так. Улыбайтесь, ребята, сейчас. Готовы? Да. И я готова. Раз. Ну вот. Вот, смотрите. И шо? Да. Ну, как всегда. В принципе, знаешь, проблема у нас всегда в одном и том же. Мы с Марькой недавно приехали из Карпат, наделали кучу фоток. Я вообще, ну, себя считаю не фотогенично, это однозначно. Да ты красавец, Миху. Это я знаю, что красавец. Ну, просто фотографии у меня вечно получается какой-то искорежной, ну, то есть лицо не так смотрю, глаза где-то, да. Ну, и Марька-то в этом плане не очень довольна, да. Хотелось бы выложить фотографии, пофастаться, и нечем особо. Ребята, я вас спасу, и не только вас, а все влюбленные и любящие пары получат помощь, потому что я пригласила лучшего фотографа Украины Александра Ктитарчука для того, чтобы он научил нас правильно фотографироваться парами. Пожалуйста, мне очень рады. И, Саш, понимаешь, вот бывает на пикнике более расслабленные, да, там отдохнули, повеселились, где-то хочется такой яркий момент впечатлить, чтобы потом на памяти друг другу передавать. Я бы хотела добавить, вот вроде бы, ну мы и не так полненькие, да, пышечки, но как-то выходим прям... Очень, да. Вообще, потому что на фотографии должно быть лучше, чем в жизни, я считаю. Потому что на фотографии это не ваши отношения друг к другу, это ваше отношение к тому, кто вас снимает. Ну, посмотрите, вот это сарказм, ухмылочка, видите это все? Это вы не относитесь так друг к другу, это вы реагируете на фотографа. Ты еще и психолог, Александр. Попробуйте не смотреть в кадр, попробуйте смотреть внутрь друг друга, да? Мы можем начать попробовать, да? Я, кстати, тоже буду снимать тем же телефоном, как это всегда все и делается, и мы посмотрим разницу. Спасибо. Давайте попробуем. Давайте подойдем к нашу импровизированную. Давайте. Да, давайте. По чуть-чуть перед лавочкой станьте, да. Мы будем чуть крупненько снимать. Вот, да. И вот такая какая-то история. Давайте это все зафиксируем. Любви. Как это обычно бывает, да? Вот обычно это выглядит вот таким каким-то образом. Первое, да, не наваливаться, обнять. Вот возьмите ее, обнимите сзади, да. И вот идите сюда, подайтесь на меня. Попробуйте не реагировать на меня, реагируйте друг на друга. Перестаньте смотреть. Поставил в такую позу и предлагает на него не реагировать. Это нереально, Александр. А мне нравится. Первое. Если вы имеете некоторые лишних 2 килограмма или 1,5, да, то вы должны один за другого спрятаться, да. То есть кто чувствует себя, да, кто чувствует себя поширше, тот прячется за другого. Вы фактически половину себя убираете, да. Да. Второе. Вы попробуйте быть, ну, роднее, да. Очень важно. Еще раз. Поставьте. Идите сюда, идите вот так, да. И ниже подбородочек. Вот. И вот видите, вы сейчас ухмыляетесь. Да, а сейчас остановите эту ухмылку и внутрь него загляните, перестаньте улыбаться. И вы тоже перестаньте улыбаться. Перестаньте улыбаться? И вот здесь, вот мимо меня, посмотрите. Просто неожиданный мимо меня, вот туда. Совет. Вдвоем, вот смотрите, вот туда посмотрите. Чик. Вот и первая история, да? Почему нельзя улыбаться? Это же фотографии с отдыха, Александр. Ну, подождите, мы потом сравним. Давайте посмотрим разницу. Марин, как ощущения? Мы, конечно, как-то не знали, что это имеет значение. Я думала, что если я вот наваливаюсь, как-то я вроде как ближе к своему супругу. Да. Да. Более роднее. Итак, первый совет. Вместо того, чтобы наваливаться друг на друга, прячьтесь частично друг за дружку. Звучит неожиданно, но эффективно. Вот смотрите, еще вот прижми, вот оп. Хорошо, видите, еще раз голову положите, да, и отпустите подбородок. Смотрите, раз. Вот идите сюда. Вот. Все, вот такое положение, вот для девушек особенно, вот такое положение головы и такое состояние улыбки намного интереснее, чем если переверните голову. Покажите. Я поняла, что нужно просто виском. Да, да, вот прислоняетесь, да. Душой. Не подбородками смыкаетесь, не щечками, а лбами, да? Да. Вот когда вы лбами сводите голову, вот раз, чуть-чуть, вот не надо, не сильно, чуть-чуть. Вот раз и ко мне, вот людское видношение, ощущение такое у вас, собственное ощущение. Гармония души. Да, чувствуйте свои ощущения. Дальше вот вы, когда становитесь в лоб прямо, да, вот встаньте, как вы стояли, да, то вас много и нету динамики. Вот когда вы стоите прямо перед камерой, да. И видно все, и даже видно то, что все. Хочется немножко скрыть. Да, встаньте, как вы обычно становитесь в кадре, вот прямо, да. Вот это, да, перед лавочкой, чуть-чуть сместитесь. Есть, то, да? С чего мы начали, с неудачной фотографией. То, опять, вот это основная, самая главная ошибка. Люди становятся прямо лицом к фотографу, и получается фото на документы. Нам всегда не нравится фото на документы по одной банальной причине. Этот документ, он официальный и абсолютно не живое. Да? И мне иногда кажется, что для фото на документы специально так снимают, чтобы потом узнавали. Вот. знаете, узнавали человека, что в напряженной он зажатый... стрессовой ситуации. Да, да, точно. Ваши документы. И он такой зажался и фотографии. Похоже. Да? Оно, да. Поэтому, чтобы это оживить, нужно повернуться боком немножко. Ну, как-то раньше так учили нас. Да. Вот. Повернитесь друг к другу лицом. Вот. И поверните ко мне лица. И вот так, чик. Видите, да, то есть вас сразу меньше стало в кадре. Того, кто фотографирует, попросите зайти сбоку. Да, кстати, вот когда вы начинаете думать о том, что было вот это искреннее выражение лица, то вот с какого-то момента вы начинаете понимать, и улыбка стала красивой, да, вот, ну, такая какая-то история. Вот смотрите, еще вот есть, очень часто рассказывают люди, я вам большой секрет открою, очень часто говорят красивая, некрасивая сторона. Да? Вот если вы посмотрите в зеркало, у каждого человека расстояние между глазом и губой с одной стороны меньше, с другой больше. Так вот, красивая сторона та, где у вас меньше расстояния. Ну, есть такое искажение лица, лица несимметричные, вы понимаете? Да, да? Конечно. Вот да. У вашего лица здесь меньше, а здесь больше. И поэтому с этой стороны вас фотографировать красивше на меня. Угу. Да? То есть искажение убирается. Понимаете, да? Да, то есть, вот, ну, такая какая-то история. Это такой маленький секрет. За маленький секретик. Маленький секрет про фотогеничную и нефотогеничную сторону. Обязательно воспользуемся. Александр, расскажите, а сидя это все как? Это все точно так же работает сидя. Так же, да? Ну, присядьте на лавочку, вот попробуйте, да? Да. Присаживайтесь. Вот, и, опять же, если вы сидите на лавочке, да? Что ты сидишь как чужая, слышишь? Вот сели прямо, да? И вот мы снимаем. Нас так вот вроде это. Как учили раньше, ровненько. Фото, да. Фактически фото на документы. Угу. Вот такая хихи можно еще сделать, как вы любите. Ухмыльнуться, да, отлично, да. Колхоз. Теперь сделаем это сбоку. Того, кто фотографирует, попросите зайти сбоку. Нужно, чтобы вы были боком к фотографу, а лицо поворачивали. Появляется внутренняя динамика. Появляется такое ощущение движения, понимаете? И да? Потом часть тела уже скрыта, а значит объемы меньше, а это то, что нам нужно? Да, абсолютно точно. Попробуем, поменяемся местами. Попробуем девочку сюда, так, чтобы она больше бокее была. Я не знаю, вот так мне нравится. Повернитесь нет, чуть-чуть Александр, боком. У тебя чутье, у тебя интуиция, а нам нужны конкретные советы, понимаешь? Ты так подумал, а мы не поняли, и все. Я думаю, что просто ты припрятал мехоз за Мариночку, да? Я не все рассказываю, не договариваю. Да, я немного мехоз спрятал за Марину. И потом, все красивое вперед, а все мужественное может немножко и скрыться. Тот, кто стройнее, должен быть все-таки ближе к камере. Конечно. Вот, тот, кто чуть-чуть круглее, должен быть дальше от камеры. То есть я так понял, что в любом случае не надо обращать внимание на фотографа, да? Просто позировать, смотреть где-то... позировать, надо жить на самом деле. Жить. Вот лучшие фотографии получаются, когда вы что-то делаете. Не замечали, что если вас случайно ловят, вы себе нравитесь, правда? Кстати, а когда вы начинаете смотреть в кадр, хуже. Еще раз, повернитесь боком и поверните ко мне лицо. Идите сюда к ней. Не-не-не, вот так. Идите сюда, возьмите дитину вот в оберемок. Угу. Вот, поверните, да. Опять ухмылочка. Стоп. И да-да-да, и вот молодцы. Вот смотрите, когда люди полные, лучше фотографировать крупно или средне. То есть не берите во весь рост, потому что чаще всего люди не умеют, ну, хорошо стоять. Да, и им потом это не нравится. Поэтому, если у человека есть лишних 1,5 килограмма веса, то старайтесь фотографировать крупнее лицо и сбоку. И оно будет и уже, и типа меньше всех этих телес попадает в кадр, и человек всегда доволен. Красивую сторону определили, теперь мы уже все это знаем, как сделать. Стали в 3/4, лучше все-таки сидя, то есть не полностью попадать в кадр, если есть лишний вес. А еще какие советы могут быть? Смотрите, еще вот есть такой момент, что мы все фотографируемся как? Мы всегда делаем фотографию со стандартного положения. Вот я стою, и с уровня глаз я вас фотографирую. И к этой позиции все привыкли, это неинтересно. Поэтому всегда хорош необычный ракурс. То, что мы не видим ежедневно, то нам интересно. Давайте попробуем сделать картинку лежа на земле. Мы, кстати, ни разу не пробовали. Да, попробуйте. Пробовали, вот, ложитесь на живот, лицом ко мне. А, да, ужасно. Да. Ложитесь на живот, лицом ко мне. И я ложусь. И, кстати, это в процессе съемки тоже интересно смотрится. А можно я? Такие вот смешные люди. Ложитесь, да. И я вот если с вами. И такая, обнимите девушку свою. Обнимите. Раз, о, и хорошие. И опять ухмылочки убираем. Опусти чуть ниже лицо. Вот так, да-да-да, ниже лицо. Прижмитесь к ней, уберите руку. Да-да-да, вот. И на меня, влюбленными глазами, на меня. Да, на меня, влюбленными губы отпустите. Ух ты, на меня глазки. Вот, да-да-да, Михо, отлично. Да, чуть-чуть ближе глаза. Вот здесь, пожалуйста. Да, вот здесь. Ух ты, да, оп. Да, и вот эта же ситуация получается, когда вы лежите на полу, вы вытягиваете вперед лицо, и у вас нету второго подбородка. Сейчас я еще один фокус покажу со вторым подбородком. Когда вы тянетесь, и его нет. Давайте, вставаем. Получилось у нас. Да, заодно и зарядкой занялись. У меня второй подбородок – это от переживания. Я иногда переживаю, когда фотографируюсь, поэтому появляется вторая подбородка. А так его нету, конечно. А так оно вытянулся и нет. Давайте переставим с вами скамеечку. Лихо, возьмите, пожалуйста. Да. Вот. Второй вариант я должен снимать сверху, да? То есть вы вот станьте здесь передо мной, здесь, да, а я вылезаю на скамеечку. Ага. На скамеечку. И то... Поменяйтесь местами опять, повернитесь к нему, как мы тренировались, да? И чуть в кадр заходите на меня. Идите сюда. Оп, да, и теперь я сверху. Фактически вот эти чуть-чуть выше подбородочки, чуть выше, еще, вот. И вот, и такая история, и она очень, очень интересна. И можно даже поулыбаться. Ура, ура! Вот, все, отлично. Давайте посмотрим. То есть хороша любая история, которая необычная. Есть еще один момент, вот сейчас, если сделать фотографию. У меня всегда, кстати, привычка вот так фотографироваться, руки я вот так делаю. Мне кажется, что я чем-то прячусь. Места для поцелуя. Лишний раз и спрятал, да? Так, когда вы ложите руки на живот, вы прямо показываете, что вы пытаетесь его скрыть. Ага. То есть, когда мы что-то прячем, то видно, что мы что-то пытаемся спрятать. И Мариночка еще помогает тоже прятать. И она помогает показывать, что там есть что прятать. Господа, обнимайтесь и почувствуйте. Вот возьмите руками возле головы, поднимите руки выше. Вот где-то вот возьмите за голову его, пригорнить, да, вот есть такая пригорнула, вот, смотрите, да, и ручки появились. То есть, получается, то место, которое мы хотим скрыть, не надо туда накладывать руки, потому что мы его подчеркнем таким образом? Да, абсолютно точно. Вот даже они сейчас сами, видите, да, они стали очень хорошо. И ножки, и смотри, уже так абсолютно точно, и они уже здесь, и с нами, и картинка вся получилась. А еще есть фотографии, когда один, ну, скажем, партнер, мы же о парне говорим, сидит, а другой стоит вот на той же скамейке. Тут есть какие-то фигуры, которые лучше создать, чтобы гармонично и стройненько смотреться. Кому лучше вот сесть, а кому за скамеечку спрятаться? Ну, девочку посадим. Как обычно, у нас уже есть правило, да? Девочку кто стройнее впереди, ведь, кто видите, сильнее позади. Вы подсознательно все время поворачиваетесь ко мне лицом. Чуть бочком. Не-не, садитесь, вот ноги убирайте туда, да? Лицо ко мне. А вы с той стороны за ней, да? Встаньте, да. Попробуйте с той стороны. Да. Вот как-то вот по-нахальному. Мне хочется в кадре всегда какой-то свободы. Не-не-не-не-не. Да, вот. Михо воспринял это, и сейчас мы увидим интимные подробности. Попробуйте, Михо, а ну, да. Вы сможете сзади то же самое сделать? Сзади. Вот припрятаться за скамейку. За скамейку. Поставьте сюда. Или не надо. Хорошо, на нее вот, вот идите. Да-да-да, вот раз, и хорошо спрятаться. И на меня влюбленными глазами, и возьмите ручки его. Вот опять же про руки, да? Возьмите дальше, вот обнимите. Да, да. И вот посмотрите. О, какая хорошая улыбка у Михо. Кого-то можно еще просить смешить, третьего, не фотографа. Угу. У нас есть для этого сынуля. Вот, смотрите. Кстати, да. Вот все же, больше к кому эти советы относятся? К тем людям, которые позируют, правильно? Да, потому что не каждому повезет с фотографом. Мне очень понравилось маленькие секретики, которые нам открыл фотограф, и такие вот возможности. То есть в любом случае не надо бояться, допустим, камеру. И не открыться надо позировать, душой. Как бы, чтобы надо было забывать это красиво. О том, что вас фотографируют. Забывать, но при этом, согласись, Саш, знать те правила, благодаря которым мы будем хорошо получаться. А если мы эти правила знаем несколько раз, потренировались, потом получается автоматически, пользуйтесь, пожалуйста, этими советами, и вы будете иметь прекрасные воспоминания об отдыхе. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Не знаете, как спастись от удушающей жары летом? Поможет вам в этом вот такое аппетитное печеньице. В чем секрет этой необычной вкусняшки, знает моя гостья, мастерица и косметолог Анна Терещенко. Встречайте! Анечка, рада снова тебя видеть. В этот раз я обратилась к тебе, потому что проблема касается абсолютно всех. Жара, лето. Абсолютно невозможно чувствовать себя такой свеженькой и бодрой. Но я знаю, что у тебя есть какой-то секрет. Я сегодня вооружилась, пришла к тебе не с обычным. Как ты думаешь, что это может быть? Ну, конечно, я должна ответить, что я думаю, что это печенье макарон, но я не могу так ответить, потому что я понимаю, что это не оно. Может быть, это какое-то мыльце? Нет, это не мыло. Это твердый крем в виде чудесного печенья макарон с охлаждающим эффектом. Также это еще не все. Еще у меня есть чудо-средство, это милки спрей. Также охлаждающий, он идет с мерцающим эффектом. То, что любят наши девушки. Все самое лучшее сегодня для вас. Я необычным способом пришла к этому, как создать эту косметику. Как-то У нас сломался в разгар жары кондиционер. Ой, бывает, к сожалению. И пока мы ждали мастера, мы спасались чем угодно. Ставили тазики с водой, чтобы как-то воздух увлажнить, заклеивали окна, обматывались холодными простынями влажными. Ну, тут я подумала, если есть согревающая косметика, омолаживающая, почему бы не сделать охлаждающую? Тут на помощь мне пришел ментол. Да, и я подружила его с мятой и с эвкалиптом. Получился великолепный эффект. И этот результат, испробовав на себе, Аня решила преподнести и нам, как способ освежиться и охладиться летом. Конечно, улыбки немножко, да, так? Ну, давай, давай, рассказывай. Мы можем просто проверить на наших гостях и убедиться, работает это или нет? Да, конечно. Да? Хотите? Я преподнесу вам, а вы будете использовать. Спрей перед нанесением мы взбалтываем и разбрызгиваем на тело, на любые части. Можно на пульсирующие точки. Мы так лучше ощутим эффект. Также наш макарон. На ручки, ножки. Пожалуйста, пользуйтесь. А мы пока можем начинать готовить? Оно же какое-то время действует? Да, сегодня, поскольку мы будем делать два средства, я попрошу тебя помочь. О, я с удовольствием. Я буду заниматься приготовлением нашего чудесного макарона. Итак, нам понадобится водяная баня. Сегодня у нас их две, для двоих средств. И вот, я тебе награждаю двумя стаканчиками. И нам нужно смешать будет две фазы. Одна будет масляная, другая водяная. Но это все легко и просто, звучит только так напыщенно. Да мы уже не боимся, что да, мы не смешивали две фазы, что ли? Я хочу заметить, что сегодня мы делаем средства для тела, не для лица. Дело в том, что если вы набрызгаете лицо нашим чудным мелкиспреем, оно может попросту замерзнуть. У вас будут не очень приятные ощущения. Оживились, смотри, оживились, нравится, да? Не каждый день десертом ноги мажешь, правда? Водной фазой у нас будет выступать гидролат мяты. Это цветочная вода мяты. Она сама обладает охлаждающим, тонизирующим действием. Мы ее должны налить в нашу одну емкость. Пожалуйста. В каком количестве? 76 грамм. Здесь, наверное, столько, да? Да, ты же я приготовилась. Да. Ну, где-то это 7-8 столовых ложек. Покупать в специальных магазинах, наверное? Да, да, в магазинах для косметологии можно приобрести с легкостью. Так, а в другую емкость мы будем помещать нашу масляную фазу. Это у нас будет масло макадамии. Нам необходимо будет 10 грамм, либо 1 столовая ложка. Также нам понадобится эмульсионный воск. Это наш эмульгатор. Это самый простой способ смешать воду с маслом. Ведь мы знаем, что в настоящей жизни мы никогда не сможем их смешать. Но в косметической жизни это происходит. Конечно. А мы добавляем сюда его, в масло. Да, да? В масляную фазу. Это 3 грамма, это где-то примерно треть столовой ложки. Аня, а ты подсчитывала вообще себестоимость этого всего? А может, для нас это будет слишком дорого? Примерно каждая стоимость нашего средства выйдет в районе 50 гривен, не более. То есть это вполне экономный вариант нашей косметики. Также мы же не забываем о нашем главном компоненте, о нашем ментоле. Мы его добавляем в масло. О, пробивает. Вот это мощь. Мне уже холодно. Вдохнула, замерзла. Какой он интересный, смотрите. Кристаллики. Он в кристалликах, как стеклышко. Так, сюда? Да, нам понадобится чайная ложечка. Все-таки вот с голосом у тебя какие-то проблемы, как будто ты немножко простыла. Переохладилась, Наденька. Мороженое переела. Честно, я думала, ты своим твердым кремом переохладилась, побочный эффект. Нет, нет, я тоже часто его использую, буквально каждый день, но нет. Да, летом, несмотря на то, что жара, а может быть именно поэтому, еще и простуды часто. Посидишь под кондиционером, потом вышла в жару, организм не выдерживает и получается простуда. Теперь мы помещаем наши две емкости на водяную баню. Прошу вас. Да. Теперь приступим к изготовлению нашего макарона. Мы будем использовать масло какао. Нам необходимо 30 грамм. Здесь у нас уже отмеренное количество. Также нам потребуется масло ши 10 грамм. Также нам потребуется пчелиный воск. Пчелиный воск в данном случае будет выступать у нас в роли эмульгатора, только природного. Он будет подпитывать нашу кожу, делать на ней такую защитную пленочку. Вообще, конечно, меня чуть-чуть смущает вот наличие воска, жирных масел, потому что обычно летом хочется какие-то ухаживающие средства, абсолютно легкие. Кажется, что вот эта пленочка, покрывающая кожу, она, наоборот, приводит еще больше к тому, что жарко, душно. Когда мы начнем использовать макарон, он подтопится от тепла наших рук, и совсем небольшое количество мы сможем распределить. Лучше наносить макарон на пульсирующие точки, то есть как мы душимся, и выходить в свет. нам горячий воздух в жару, да, в лицо, а мы идем и не чувствуем ее, как снежная королева летом. Так что не переборщите и не перементольте. Пчелиный воск здесь нам необходимо 5 грамм. Так, мы все это смешиваем и также помещаем на водяную баню. Еще мы добавим жидкое масло. В роли жидкого масла у нас будет выступать масло персиковых косточек. Нам понадобится 10 грамм, это примерно 3 чайные ложки. Кстати, вот ты сказала, хорошо для женской кожи, я ведь подумала, мужчины же тоже, ну, страдают от жары. И вот я представила себе мужчину, понимаешь, который использует это средство, чтобы охладиться. Но это не мужская форма. Я думаю, что женщинам нужно остерегаться и не оставлять свои макаронцы в ванне. Честно говоря, думаешь, да? Я уверена. Или сделать что-то такое, знаешь, кирпич или мужскую какую-то такую штуку. Может быть, в виде черепа или гранаты. Есть у тебя такие варианты, да? Все возможно. Также нам же необходим наш главный ингредиент – ментол, 1,5 грамма на данную пропорцию. Он как раз и в одном, и в другом средстве, да? Да, конечно. И ставим также на водяную баню. Наши фазы нужно помешивать. Мы будем нагревать до полного растворения наших масел, нашего воска, когда оно станет полностью однородным. И когда обе фазы будут одинаковой температуры, мы их тогда смешаем. Кстати, вот я смотрю, что мелкий спрей содержит большее количество ментола. У него больше охлаждающий эффект? Да, будет больше, и у него будет объем 100 мл, а здесь будет 50 грамм. Ну, то есть пропорция в процентном соотношении, в принципе, соблюдается. А почему ты решила 2 средства? Достаточно, казалось бы, одного. Каждый выберет для себя более удобный. Мелкий спрей, он идет более легкая форма, он водянистый, то есть в нем больше водной фазы, а макарон у нас будет как концентрат, то есть он полностью из масел состоит и расходоваться будет намного экономичнее. Значит, охлаждающий твердый крем в виде вот такого замечательного десерта макарона, это просто твоя фантазия. В принципе, он может быть как кусочек мыла, да? Да, конечно, он может быть произвольной формы, любой формы, которая у вас есть. Форма от кексика, как мы уже пробовали делать. Либо даже можно послойно залить форму из-под йогурта. Мамочкам знакома эта форма, чудесная. Ты не можешь остановить свою фантазию. А тебе снятся какие-нибудь косметические средства? Ты так спишь, раз, проснулась, уже готовый рецепт, и пошла творить. Ну, чтобы снились, вот прям так вот нет. Но иногда меня мучает бессонница. Да? Как начинает идеи приходить в голову, я не могу заснуть. Ночью. Да, да, от обратного. Так, поможем интенсивно. Могу забирать? Да, пожалуйста. Вот смотрите, теперь имеем растопившиеся все ингредиенты. Нам теперь нужно соединить эти 2 части. Также чудо техники – это капучинатор или мини-миксер. Он поможет нам взбить нашу эмульсию. Если неудобно носить охлаждающий крем в такой большой массе, мы можем сделать в формочках для льда, например, маленькие мини-пробнички с собой, маленькую коробочку в сумочку. Либо же такой лайфхак, мы можем использовать тубу от помады и залить также, выкручивать и как в виде стика, карандаша наносить на тело. Тоже удобно. Я думаю, в принципе, достаточно. Теперь можно помешивать вручную. Вот такое действительно, как молочко. А ты говорила, там еще что-то мерцать будет. Да, это попозже мы добавим. Сейчас мы помешиваем до охлаждения температуры примерно 50 градусов, чтобы мы дальше могли вводить наши активные компоненты. Итак, мы начинаем добавлять наши активные вещества. У нас здесь экстракт водорослей. Каких именно? Ламинарий, морской капусты. Оно даже пахнет немножечко. Может, не будем? Тут так хорошо ментольчиком. Нет, оно не будет чувствоваться. Да? Мы добавим буквально 6 грамм, это примерно 2 чайные ложечки. А этот экстракт, это ты сама готовила его? Нет, он продается в косметических магазинах, стоит совершенно недорого. Также нам понадобится депантенол. Нам понадобится 2 грамма, это где-то половина чайной ложки. Тоже добавляем и перемешиваем. Также мы добавим эфирные масла, формируем аромат. У нас уже есть освежающий аромат ментола. Мы добавляем эфирное масло мяты. Но здесь счет пошел на капли, да? Да, да. 5 капель, пожалуйста. У меня уже растопилась моя основа, я ее тоже снимаю с водяной бани. Также эфирное масло эвкалипта. 10 капель, пожалуйста. И перемешиваем. И, наконец, блистательный момент. Мы добавляем перламутр. Что мы будем зря вот это брызгаться? Надо же блестеть при этом. Мы его использовали раньше. Он продается в косметических магазинах. Это буквально на кончике ложечки. можно обойтись и без этого ингредиента. Да, но я очень люблю его использовать именно в летней косметике, когда у нас загорелое тело, мы одеваем какие-то юбочки покороче, видны ножки, мы идем, и оно так красиво переливается, очень красиво смотрится. Я советую все-таки его применить. В принципе, наш мелкий спрей готов. Нам осталось его перелить во флакончик в форме спрея. Да, вот таким образом и просто из молочка косметического получится спрей, если мы перельем. Нам необходимо леечко, да. Так будет удобней. Если мы едем в отпуск, и нам необходимо взять такое чудо-средство с собой, оно очень быстро испортится, да, потому что очень большой процент водной фазы, мы можем использовать пищевой консервант. Ну, минимальное количество – это сорбат калия, нам необходимо. Буквально совсем немножко, но здесь примерно где-то будет полграмма, не больше. И разведем где-то в столовой ложке воды. Он легко растворится. Хорошо, если без консерванта, сколько тогда хранится? 3-4 дня, но желательно хранить с собой в холодильнике, а себе отливать небольшое количество. А с этим? 3-4 недели. И вливаем где-то чайную ложечку. А, не всю? Нет, нет. Конечно, мы подготовили концентрат, скажем так. Помешали и отправляем. И можем отправлять. Тем временем у Анечки уже все готово для продолжения. О! Ой! Приятно, как вы могли почувствовать, да? Да. Легко наносится, никакого жирного следа. Мы продолжаем делать наш охлаждающий крем. Чтобы придать нашему макарону такую форму, мы будем использовать такую пластиковую форму. Дома можно использовать любую круглую. И добавляем чайную ложечку примерно какао-порошка. Мы интенсивность регулируем сами и размешиваем. Когда немножко охладится наша масса, нужно подождать, чтобы добавлять дальше наши эфирные масла и другие полезные компоненты. Наша фаза остыла масляная, мы можем работать дальше. Мы добавляем масляный витамин Е. Хорошо питает нашу кожу, делает ее эластичным и также продлит срок действия нашей плиточки. Он является природным консервантом. Поработаем над ароматом. Опять же, наше эфирное масло мяты. Нам необходимо 5 капелек. Также мы добавим эфирное масло пальмарозы. Это очень экзотическое, очень приятно пахнущее эфирное масло. Оно часто используется в интимной косметике. Ненавязчивый, очень приятный запах. Даже для эфирного масла не характерен, правда? 10 капель. И помешиваем. Все, теперь мы можем отправлять нашу массу в наши формочки. Заливаем. Все! Да, половинки. Мы должны отправить наши охлаждающие полуфабрикаты, можем так сказать, в холодильник минут на 10. Итак, чтобы нам не пришлось долго ждать, потому что жара все равно очень долго застывает. Это уже застывшая наша масса. Как ты видишь, масло какао дает белый цвет. Итак, как же нам соединить? Мы берем наш белый крем. Это та третья часть, которую мы отливали. Но она в жидком состоянии по-прежнему. Нам не нужно ждать вот такой вот твердой консистенции, что-то между жидким и твердым, кремовое, чтобы мы могли намазать ее и соединить наши половинки. Так, очень интересно, как вы себя чувствуете. Как в сказке когда-то, холодно ли тебе, девица? Кто хочет поделиться впечатлениями? Меня зовут Настя. Я пробовала милки спрей на одну ножку. И вот до сих пор чувствую охлаждающий эффект. Я специально только на одну нанесла, чтобы была разница. Сравни. Отлично. Меня зовут Лена. Эффект охлаждающий, довольно-таки долго. Вот. Думаю, что буду пользоваться им на все тело. Здорово. Как вас зовут? Ксения. Я попробовала крем, вот это прекрасное наше пирожное. Вы знаете, первое, что хочу сказать, его нужно совсем чуть-чуть. Смягчает очень сильно. Я думаю, что если более плотненько его нанести и на ночь, прекрасно. А между прочим, это же замечательная идея у вас возникла. А ведь иногда именно ночью от жары уснуть не можешь. Раз немножечко и спишь, благоухаешь, как принцесса. Спасибо огромное за идею. Пожалуйста. Меня зовут Ирина. Ира, чем вы пользовались? Я попробовала твердый крем. Мне напомнило вот даже мохито. Его когда пьешь, это прохлада, мята. Хорошее воспоминание, да. Спасибо вам, любительницы коктейлей. Спасибо. У нас полный спектр мнений. И все женщины, наши гости, согласны с тем, что это действительно охлаждающие средства. А тем временем застыло. Теперь вы знаете все об этих домашних косметических средствах. И рецепт, что очень важно, и то, как они действуют благодаря вашим отзывам, мои дорогие. Анечка, спасибо тебе огромное. Так замечательно. Мы спаслись от жары. Збираєтеся відбілити зуби за допомогою ось таких ось смужок? Ефект може бути як від хлорки. Попереджає моя гостя, стоматолог Наталя Попик. Зустрічайте! Наталія Попик – лікар-стоматолог першої категорії з 12-річним стажем роботи. Основна її спеціалізація – терапевтичне лікування, реставрація зубів та відбілювання зубної емалі. У професію жінка прийшла свідомо, адже медицина – справа життя не одного покоління її родини. Наталя веде змішаний прийом – серед клієнтів і непосидючі діти, і вибагливі дорослі. У планах лікарки – заснувати власну стоматологічну клініку, прибутки від якої вона хоче спрямувати на благодійність. Ви, мабуть, як і я, бачили в інтернеті численні пости, у яких користувачі розповідають, як вони чудово відбілили зуби за допомогою спеціальних смужок і викладають свої фото з білосніжними зубами. Про таку усмішку мріяла і учасниця шоу «Зважені і щасливі» Ольга Перімська. На щастя, Оля вчасно звернулася до мене. І сьогодні ми побачимо, до чого призвів її експеримент. Синуля, тримай, будь ласочка. Покажемо дуже дієвий спосіб, який я вичитала в інтернеті. А саме інтересно, що я дуже боюся ходити до стоматолога. І тепер мені туди не треба буде йти, між прочим. Цікаво, не запаху немає, нічого. Що воно має тут відбілювати? Ну, будемо пробувати. Головне, що не стоматолог. А? Богиня? Півгодини треба чекати, добре? Але є попередження від професіоналів, що це може бути небезпечним для здоров'я. І про це ми сьогодні будемо говорити. Так, Надю, смужки для відбілювання є досить небезпечними. Я вам скажу, що дуже популярна на сьогоднішній день стала процедура відбілювання зубів. До мене звертається неймовірна кількість пацієнтів із бажанням освітлити зуби. Це дійсно досить небезпечно. Дію смужок для відбілювання можна порівняти із впливом хлорки на делікатну тканину. Це є дуже небезпечно, і пацієнти перед тим, як зважитися на це відбілювання, мають відвідати стоматолога і переконатися, що стан здоров'я їх зубів і ротової порожнини дозволяє використання даного засобу. Використання смужок, але не хлору. Хлором, звичайно, ми полоскати порожнину ротову не будемо в жодному разі. І я так розумію, що ти сьогодні взяла з собою зуби одного з твоїх пацієнтів? Так. Тут зібрані зуби всіх пацієнтів, щоб ми зрозуміли, наскільки можуть бути небезпечними смужки і самостійне відбілювання вдома без звертання до стоматолога. Ми взагалі розповідали вже про деякі способи домашнього відбілювання зубів, унаслідок яких люди можуть взагалі втратити зуби. Це страшна річ, і ви можете передивитися цей сюжет, але сьогодні ви дізнаєтеся багато чого нового. Зокрема, і про засіб, який не лише зробить посмішку білосніжною, а й буде безпечним. Треба розуміти, що за певними перевагами даного методу криються і значні мінуси, про які необхідно знати перед тим, як почати таке відбілювання. Зараз можемо продемонструвати, як смужки впливають на зуби. Ми вже бачили, як це робила Оля. І зараз спробуємо повторити це з твоїм пацієнтом. Я маю передати тобі оці смужки? Так, дякую, будь ласечка. А може ми і разом? Маєш на увазі мої зуби? Я Ні, Надюша, не твої зуби, а цей макет. А, це залюбки. Що робити? Клей на верхню щелепу, а я буду клеїти на нижню щелепу. Ви бачите, що ці смужки спеціальні у нас, вони більші за ті, які використовують звичайні люди. Це для того, щоб ми наочно усе з'ясували. Це майже за інструкцією. Ми потримали певний час, і зараз я знімаю. О, Бог ти мій! І саме цікаве в нас попереду. А це жахлива картина. І, в принципі, ми бачимо, що немає сліпучої білизни. Натомість ми отримали якісь плямисті зуби. І пацієнти мають знати, що приблизно такою може бути реакція на дію смужок для відбілювання їхніх зубів. Нерівномірне відбілювання може бути тому, що смужки, які ми клеїмо на зуби в домашніх умовах, не щільно кріпляться до усієї поверхні зуба. Отже, є місця, де вони прилягають щільненько, де вони не прилягають. А також на зубах вже можуть бути пломби, а смужки на пломби взагалі не впливають. Отже, у вас або відбілиться нерівномірно, якщо ви нерівномірно приклеїли, а там, де буде пломба, вона залишиться або світлішою, або жовтішою, ніж ваш зуб. Смужки можуть сповзати, можуть десь потрапляти на ясна замість зубів. Слухай, а якщо потрапили на ясна, це ж доволі агресивно, мабуть, середовище? Ну, найменше, що може бути, це опіки. Слизової оболонки порожнений рота. Давай подивимось, що відчула Оля. Шипить, якась іде реакція. Дуже неприємне відчуття. Ефекту я не бачу ніякого абсолютно. Ну, це я розумію, перша спроба. Що ж там міститься у цих смужках? Це перекис водню, який є активною діючою речовиною. Я хочу сказати, що це ще не всі проблеми із даними смужками, чому відбілюються нерівномірно. Ми продовжуємо. Вже лячно, а є ще проблеми. Надюша, а подай мені, будь ласка, зонд. Це оцей страшний інструмент? На чому він страшний? Він нам дуже допомагає в нашій роботі. Дивіться, хіба не страшний? Це стоматологи називають зонд? Так. Будь ласка. У нас дуже велика щелепа, тому ми беремо дуже великий зонд, щоб було зрозуміло і видно, наглядно. А ти зустрічала пацієнтів, чоловіків, які заходили такі сміливі, впевнені, а потім сідали у крісло стоматолога і перетворювалися на маленьких хлопчиків? Вони взагалі чоловіки, як маленькі хлопчики. Правда? Та 100%. А як ти їх заспокоїш? Іноді я кажу: котику, зайчику, сонечку. Дехто так дивиться і дивується, а декому подобається такий лагідний тон. І вони зазвичай розслабляться. Але повернемося до наших зубів. Давай. Що може бути? Надю. Це карієс? Це карієс. А як воно сталося? Пацієнта може вже бути карієс на початкових стадіях. Непомітний майже, так? Непомітний, людина це не помічатиме. Бере знову смужки і клеє їх. Знімає. І що відбувається? Як я вже і зазначала, діюча речовина смужок є досить агресивною речовиною. Вона провокує розвиток уже наявного карієсу. Пацієнт про нього не знає. І карієс із стадії плями, який на зубах виглядає зазвичай сірими, білими плямками, під дією смужок перетворюється на стадію карієсу дефекту. Тобто у вас був цілий здоровий зуб, ви взяли чудові смужки, а взагалі занадто часто пацієнти хочуть мати ефект найшвидше. Ну, звичайно. Вони клеють на довший час дані смужки, клеють не 5 днів, 10 днів, 14 днів, а місяць, ну, щоб так було ефективно, і щодня. На наш карієс, який був непомітний для пацієнта, але для лікаря в кріслі він би був зрозумілий, і лікар би сказав: ні-ні-ні, вам в жодному випадку не можна робити відбілювання. Навіть професійне відбілювання? Якщо є карієс, ні. Тоді ваша пляма перетворюється на дефект. І отже, знову в нас виходить, зуби постраждали від наших дій. І ви будете змушені вже лікуватися у стоматолога. Так що немає взагалі жодного безпечного засобу, щоб відбілити самотужки зуби? Надюша, це ти забігла вже наперед. Звичайно ж є. Цим секретним рецептом я поділюсь трохи згодом. Зараз ми відклеїмо верхню смужку і побачимо, що відбувається далі. Зараз я обережно, і нічого поганого не станеться, так усі думають. Якось вона... Давай, 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 допоможу. А що це за світло? Це зуби кричать «СОС». Червоне світло, сигнал тривоги. Рятуйте, допомагайте, так. Ці зуби починають реагувати геть зовсім на все. На холодну, на гарячу їжу, на повітря, навіть на дотик від зубної щітки зуби починають дуже сильно реагувати. І я так відчуваю, що це та сама зубна щітка, на яку зараз відреагують наші зуби. Ситуація із життя. Моя пацієнтка, давнішня, дуже сильно хотіла відбілити собі зуби. Їй категорично не можна було це робити. Я їй відмовила, людина не заспокоїлася, придбала собі щось в інтернеті і відбілила зуби. До мене звернулася не вона, а її подруга. Приходить і каже: мені так соромно, Наталю, але я маю сказати, Альона відбілила, вона навіть не може розмовляти. Тобто людина відкриває губи і досить сильно реагує на повітря. Слухайте, а їсти пити не можна. Їсти пити взагалі неможливо. Ну, можна схуднути. Жорстока ти людина, стоматолог. Так і так. Третя проблема, якої ми торкнулися, це проблема чутливих зубів. І ось, Надю, це зуби із тонкою емаллю. Хочу пояснити, відбілюючі агенти даних смужок через емаль проникають до дентину. Дентин весь пронизаний дентинними канальцями, всередині яких містяться нервові волокна. А дентин – це що? Це тканина зуба, яка знаходиться під емаллю. Емаль захищає. Тобто сам зуб це з дентином складений? Так. Під дентином знаходиться пульпова камера з нервом, і вона в дентин віддає відростки з нервовими волокнами. Щоб ми відчували, коли гаряче. Так. Коли йде процес відбілювання, всередині зуба відбувається окислення пігментів, що супроводжується дегідратацією тканин зуба. Зуб втрачає вологу. Таким чином ми відкриваємо шлях через емаль до дентину, до наших нервових закінчень. Ось чому зуби стають більш чутливими навіть після професійного відбілювання. Майже усі скаржаться. І Оля теж. Але, на щастя, вона вчасно звернулася до тебе по допомогу. І сьогодні Оля у мене в гостях. Олю, вітаю! Дякую, що прийшла у гості. Ось я приготувала для тебе зубну щітку. Це не твоя, до речі? Ні. І не моя. Чому ти вирішила, що треба відбілювати зуби? Ви знаєте, у мене завжди був комплекс. Де б там я не була, де я не вмію посміхатися. Думаю, похудала, вже ж така красива. І мені кажуть, Оль, ти що, взагалі не улибаєшся? Улибнися. А я не можу, мене вроді заціпило, не можу і все. Чому? Чому? Ну, комплексую. А, здається, що побачать зуби. Так, мені здається, що вони не білі, так як у всіх зірок. А я ж теж така дівчинка знавідіта, всі дергають в місті. І я думаю, боже, а тут як манна небесна реклама. Смужки. Ну, думаю, буду пробувати. Стоматологів боюся, треба. Ну, за третім разом я думала разом з зубами ці смужки. Взагалі, ну, дуже неприємне відчуття, вони в мене і так чутливі, а то взагалі я не могла ні холодного, ні гарячого попити. І думаю, віддать, дівчинка, ти награлася. Треба, не треба, а треба йти до стоматолога. Оце б я б так зробила. І ще можна більше. Я звернулася до Наталі. Кажу, робіть що-небудь, тому що горе. Не можу вже не посміхатися до того, що не хочу, а вже й не можу. Є один такий засіб, і ми зараз про нього поговоримо. Це домашній засіб для безпечного відбілювання зубів. Так я розумію? Так. Олічка в нас його випробувала на собі. Я, коли звернулася до Наталі, і що ви думаєте, вона мені порекомендувала? Що? Олію чайного дерева. А я думаю, ой, напевно, зуби, думаю, заговарює, а там, видать, свої інструментики настраює мені. Чому зуби виглядають світліші? Тому що олія чайного дерева зменшує утворення зубного нальоту. Отже, якщо у пацієнта менше зубного нальоту, зуби виглядають білішими. І вони будуть здоровішими. Олія чайного дерева має антибактеріальну, антисептичну, заспокійливу дію, усуває неприємний запах порожнини рота, підвищує місцевий імунітет слизової оболонки. Але обов'язково треба спочатку почистити зуби правильною методикою. Я взагалі думаю, що всі вже в світі знають, як правильно чистити зуби, але, на жаль, на звичайному прийомі я переконуюсь кожен раз, що пацієнти не знають, як це робити. Тож повторимо? Повторимо для пацієнтів. Олічка в нас вже навчена. Будь ласка, щітка є, щелепа є. Спочатку чистимо зуби зубною пастою. Потім Наталя мені порекомендувала 2-3 капельки олії чайного дерева. А ось, будь ласка, в нас є. Трішки занурили. 45 градусів під кутом. Ми робимо вимітаючими рухами. На верхній щелепі зверху вниз. У фронтальній групі до ріжучого краю. На жувальній групі до жувального краю. Дивися, яка пацієнтка на випередки з лікарем. Дає поради вже, молодець. А не буває алергії, до речі, на цю олію? Алергія може бути. Треба перевірити. На будь-який препарат, так, дійсно, треба перевірити, тому що зараз наші люди дуже алергізовані. І, звичайно, це не треба робити у ротовій порожнині. А треба ось так, дивіться, я просто нагадаю, капелька олії чайного дерева. Ось, наприклад, на цю ділянку шкіри, бо вона чутлива, тоненька. Та. І залишаємо 5-10 хвилин, якщо є подразнення, почервоніння або свербить шкіра, так, то не можна використовувати. Але треба зазначити, що необхідно робити перерви між такими курсами освітлення на місяць, щоб не спровокувати розвиток дисбактеріозу ротової порожнини. Бо вона має антибактеріальну дію, ага, а в нас поряд із поганими бактеріями є і гарні бактерії. Угу. Тому щоб ми не знищили і не порушили наш баланс гармонійний в порожнині рота, тому ми робимо перерви на місяць. І все у вас буде добре. Добре! Ну а як же? Зуби ми чистимо двічі на день. А скільки разів ми використовуємо цю олію, як відбілюючий засіб? Цю олію ми використовуємо 2 або 3 рази на тиждень. Угу. Цього вам буде достатньо. Я все ж таки думаю, що коли ми використовуємо цю олійку, це безпечний спосіб домашнього відбілювання, ми не маємо розраховувати на результат, така білосніжна усмішка взагалі сяє, як ненатуральна вже. Це, мені здається, теж такі рекламні хитрощі, до речі, іноді це неприродньо виглядає. Якщо вони яскраво білі, виглядають неприродньо. Але є певні професії, які вимагають наявність білих зубів, є певні віяння, це американські віяння, ця голлівудська посмішка. Я, в принципі, за те, щоб все виглядало природньо. Природньо, гарно, дійсно. Не будуть ваші зуби неймовірно білими, але вони будуть чистими і здоровими. Дивлячись на твою посмішку, можна сказати, після 2 тижнів використання олії чайного дерева результат помітний. Я дуже вдячна вам за цю зустріч і тобі, щелепа, теж вдячна. Було корисно, пізнавально, і я дуже рада за тебе, що все вийшло. Дякую. Надя, спасай! Так кричала Олена Мельник, коли благала мене про допомогу. Ну, ви запитаєте, звичайно, а де ж Оленка і чому її зараз з нами немає, і яка в неї проблема? Олена Мельник разом з родиною вирішила відпочивати на природі у наметі. І вона не розрахувала сили, як буває зазвичай, і просто обгоріла. Надюша, посмотри, що произошло. Я обгоріла вчора на сонце. Я взяла у сусідньої компанії велосипед і поїхала кататися. Кататися було отлично, вообще не жарко. Вітерок. Но, видимо, из-за того, что солнце было в зените, посмотри, что произошло. Оно все стягивает, у меня жар начался, печет. Посмотри на лицо. Матька, Антош, сними ноги. Посмотрите, у меня даже четкая полоска от шорт осталась. Эмма меня обнимает все время, оно тут печет, дотронуться невозможно. Соседняя компания мне дала сметану, что-то как-то я помазалась, оно ничего не помогло. А мы хотели здесь еще, ну, как минимум дней 5 побыть. И мне будет обидно, если, ну, придется из-за меня отсюда уезжать. Ну, Эммочка так точно расстроится, так что спасай, пожалуйста. Я зрозуміла, що треба звертатися до дерматолога. У мене в гостях Марина Анфилова. Зустрічайте, Марина, вітаю тебе. Олена, як і ми, зазвичай на природі опинилися у ситуації, коли такі засоби професійні їй просто недоступні. Так, звичайно, немає ні аптеки, ні магазину, вона нічого не може придбати, але ми з нею зв'язалися, і я попросила показати, що в неї взагалі є із того, що вона їсть. Угу. І от саме з цих продуктів ми склали такий план, список, чим можна допомогти при опіках. Перша порада, Олена сказала, що в неї є вівсянка. Вона її щоранку її запарює. Навіть вівсянка... на природі? Так, ми запарюємо вівсяну кашу до такого вигляду, ніби рідкого киселя. Головна фішка в тому, що вона має остудитися, вона має бути холодна. І тоді ми на хвилин 20-30 накладаємо її на опечену шкіру і чекаємо, доки оця така масочка приємна висохне. Ми зараз просто подивимося, як це Олена робила. Боже, как хорошо, что мы самые любим овсянку. Так, теперь заливаем. Маска, а помоги. А то ему горячее, давай. Так, ну смотри, оно теперь горячее. Надо остудить. Воду? Пошли к водичке. А ты тут что делаешь? Я собираю к желуди. Желуди? А хочешь, я тебе секрет скажу? Это шишки. Не расстраивай ребенка. Если ты в курсе, что мама это будет не кушать, а знаешь, что с этим делать? Она будет намазывать. Ой, вот тут осторожно, ребят. Да. А ты же свечка обдувай. Я ей прям водичку. Вау! Ну что, может, остыла уже? Ага. Майска с Богом. Давай. Так, ну все, теперь засекай 20-30 минут. То, что стекло, можно я доем? Давай, уже время прошло. Ой, подай руку, подай руку. Я не могу встать, она затекает. А, спасибо. Поможешь маме? Эмочка, иди помоги мне. Дуже просто. На природі можливо це зробити, якщо є пластівці. Їх навіть можна подрібнити для кращого ефекту, а в домашніх умовах можна декілька хвилин і навіть проварити. Я так розумію, під рукою в Олени виявилися аж 3 методи. Так. Усі ці методи однаково дієві, і їх можна використовувати на будь-яку частину тіла? Так, звичайно. Це не єдиний спосіб позбавитися наслідків сонячного опіку на природі. Другий продукт, який ми дуже любимо – огірок. У ньому 90% води. І це дуже слушно. Чому? Тому що насправді перша допомога при усіх опіках – це застосувати холодну воду. Якщо це одна кінцівка, приміром, ми можемо в холодну воду, і тоді не буде охолодження всього організму. Але людина, яка згоріла, так як наша Оленка, є порушення терморегуляційного статусу. Так. І от вона, уяви собі, вона згоріла, і потім вона раз в холодну воду. Може бути трішечки збій імунної системи. Можна захворіти. Можна захворіти, абсолютно правильно. А від огірка не захворіємо. Як ним користуватися? Ми його використовуємо наступним чином. Краще його натерти на терочку міленьку, зробити таку кашку. І оцю кашку можна, знову ж таки, накласти на опечену шкіру. Я не завжди з собою на природу терку беру. Можна порізати кільцями, такий самий буде ефект. Єдине, що просто коли ми робимо таку кашку, то її просто дуже зручно розташувати на ті зони, саме які опечені. Скільки часу треба тримати таку маску? До того часу, допоки ви не відчуваєте, що вже немає вологи, тоді знімаєте. І полегшення на шкірі. Сподіваюся, Олена саме так себе і почуває. Давайте подивимось. Так, второй метод, который посоветовала Мариночка, это кашицы из огурцов, но вначале их нужно охладить, а потом натереть на терку. Мась, спасибо тебе большое, зря на тебя бубнела, что ты столько всего взял. Бери терку тогда и пойдем к водичке будем охлаждать. Так, Эмчик тут где-то мне закопала клад. Дась, будешь помогать? А ты тут где-то копала? Где? Я не. В смысле? Ты же для мамочки старалась. Давай, мама личико все жжет. Что там, огурцы в песке? Нет, это, кстати, это чтобы они немножечко охладились. Сказали, что нужно, чтобы были прохладные. Вроде прохладные. Эмма, ты прохладная уже? Да. Так, по-хорошему, конечно, наверное, это почистить. Ну ладно, у меня так уже лицо жжет, мне все равно. Не снимай маечку, я понимаю, что тебе хочется снять футболку, но ты видишь на мамины плечики? И вот ты видишь, какая ты белокожая, тебе нельзя. Огурец хоть? Это же народное средство, а не еда. Я уже голодная. Следи, чтобы все красное было покрыто. Ну, в принципе, картина как каждый вечер. Не смешно. Дома каждый вечер на другого цвета. И запаха. Дай мне полотенце. Сейчас. Что? Да. А теперь домашнее? Ты серьезно? Да, домашнее. Да, Эмма. Я увидела настоящих маленьких рыбок. Ты серьезно? Сейчас, то есть 20 минут и пойдем смотреть на рыбок, хорошо? Ну что, да, вроде время уже прошло. Так, давай вот эти большие части. Что там, все убрала? Не, на носу еще. Да ничего, я потом уберу с этого. Уберешь? С полотенца. Ну, я пойду. Вот он, мир. Хочешь огурец? Не. Вона і копає там на природі. Так. Це приємна процедура. Мені, до речі, більш подобається, ніж вівсянку на себе накладати. Ну, раніше ми як використовували? Сметана, кефір, до речі, це дієві способи. Я тобі скажу, що сметана дуже популярна, особливо в інтернеті, і з народних засобів, але не завжди вона є дуже корисною. А чому? Ти розумієш, справа в тім, що сметану потрібно вибирати. Дуже часто люди беруть ту сметану, яка є в холодильнику, да, або якою вони користуються, і як ми звикли, щоб вона була така смачненька, жирненька, така, ну, справа. А от насправді оцю справжню жирну сметану використовувати при опіках не можна. Чому? Тому що ти накладаєш, коли на опечену шкіру, ти блокуєш повністю доступ кисню. Тому коли ви хочете скористатися сметаною, кефіром, то краще, щоб вона була прокиша, така ріденька. От тоді дійсно її можна намастити на опечену шкіру і буде класний ефект. І саме сметанка і кефір, вони допомагають за рахунок того, що там велика кількість молочної кислоти і, звичайно, є вода. Ти, до речі, я пригадала, як я обгоріла нещодавно на морі, коли відпочивала. Я вирішила прогулятися, вдяглася так, окуляри, сукня, ось така. Ніби все закрито, так? І пішла. І потім, коли наступного дня я вирішила піти на пляж, я виявила, що в мене червоне обличчя, червоне ось тут декольте, а тут я ще біленька. Хоча під час прогулянки все було гаразд. Ну, мені так здавалося, що я захистила шкіру. Нерівномірна засмага, неприємно, некрасиво. Але я знаю, що найголовніше – це позбавитися оцих наслідків неприємних. Це ж не лише болісне, це і шкідливо для шкіри, так? Це дуже небезпечно, тому що сонячне опромінення – це дуже добре, але воно накопичується в шкірі, і все-таки існує величезний ризик злоякісних новотворень шкіри. Третій наш продукт – це зелений чай. І якщо десь поблизу біля вас росте ще кропивка, будь ласка, трішечки кропивки треба заварити і знову ж таки охолодити. І використовувати у якості примочок. Заварили, охолодили, взяли марлю або бінт, що є, вимочали і наклали на всю поверхню тіла. В зеленому чаї, знову ж таки, величезна кількість вітамінів, мікроелементів, які будуть забезпечувати загоєння опеченої шкіри. Це і ще й догляд за шкірою. Там стільки антиоксидантів. Зараз подивимося, як впоралася з цим завданням наша Олена. Так, и остался третий метод, и надеюсь, что он поможет, потому что плечи просто жутко пекут. Нужно чай заварить вместе с крапивой. Я послала Антона, он где-то его сейчас принесет мне. Смайс. Да. Ты серьезно? Спасибо большое, но вообще-то мне надо просто похлестать? Нет, не надо, мне еще не хватает сейчас от крапивы ожога. Что с этим букетом? Да нужно было вообще-то листики, не тыщ мне в лицо, и так все тело жжет. Сколько тебе листиков? Сколько тебе листиков? Наверное, листочков 5-6. Что сейчас я нарву? Водичка закипела. Я нарвал. Бля, так у меня уже все руки. Что, пекут уже? Ага. Так, я сейчас, смотри, вот так хочу. Давай я два пакетика. А я их так вот. По одному листику? Да вот так, прям вот. А то ты какой-то, будто бы нам с Эм готовишь какой-то вкусный суп. Стараюсь, все, молодец. Плечи пекут. Так, все, давай я закрываю. Все. Так, ну что, сейчас наш чаечек настоится, и пойдем охлаждать, да? Охлаждать воду? Ну да, пойдем водички. Пойдем. Мась. Что, все? Не горячее? Нет. Хорошая как раз. Что, куда идти? Давай, я поставлю вот здесь. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, поможет, потому что плечи... Так, я, наверное, вот так вот. Ой, боже, прохладненько. Не, я похожу так, потому что вот пока не высохнет. Ну, попускает? Стало. Да, но прохладненько. Мне нравится. Ну, хорошо, отдыхай, тогда я пойду смогу. все робить правильно. Все правильно зробила, заварила, охолодила, примочки зробила, все супер. Скажіть, будь ласка, чого не можна робити, якщо ми опинилися у такому стані, як Олена? Категорично не можна змащувати олією рослинною, не можна жирними кремами, жирною сметаною, не можна обтирати спиртом, уксусом, не можна травмувати шкіру. Тобто найкращий засіб, якщо ви обпеклися, це вода, це можуть бути примочки, це може бути огірок, це може бути просто охолодження шкіри. Слухайте, ми зараз подивимося, як там Оленка почувається після використання усіх цих порад. Оленка, привіт! Як твої справи? Привет, Надюш, привет, Марин. Задоволена? Девочки, спасибо вам огромное. Я вчера добросовестно, в общем, делала все ваши советы. И могу сказать, что вот немножечко покраснения остались. Но самое важное, что вот прошло вот это ощущение жара, и оно не тянет, не стягивает кожу. Я даже сегодня смогла одеть куртку, то есть плечи мои терпят уже, когда меня Эмочка обнимает, мне уже не так больно. Так что вы спасли наш отдых. Спасибо вам огромное. Допомогли не лише мої подрузі, але усім, хто намагається відпочивати з задоволенням. Бережіть себе і, будь ласка, відпочивайте так, щоб шкіра не постраждала. Дякую дуже.